Всем привет! Я пошла за хлебом. Уже вечер, часа 4, наверное. Скоро закат будет, красиво на улице. Сегодня праздник, День Николая Чудотворца. Поздравляю всех с праздником. Вот. Такая у нас вот праздничный день красота. Топятся печки. Колодец закрыт фуфайкой. Каждый раз хожу за хлебом. Кругом такая красота. Думаю, надо взять вас с собой. Смотрите, какая трава. Дом со ставнями. У нас редко такие окна бывают на домах. В основном окна с наличниками. Наличники — это вот такие белые узоры, кружевные на окнах. Вон там, вдали, там был раньше мой детский садик. Сейчас его уже разрушили, в том году оставался еще. Руины какие-то, в этом году уже нет ничего. Тут вот был дом, он сгорел, поэтому остались вот такие вот заросли, летом никто не косит. Что-то провода провисли, телефонные. Какие кусты. В лес бы сейчас сходить, там еще красивше. Там все такое. Какие-то там тетки по дороге идут. Здесь не любят, когда снимают, так что я немножко спрячусь. Ну, как не любят? Непривычно, наверное. Когда вот сняла этот праздник, День деревни, всем понравилось. Как снег с крыш красиво падает. В этом доме занавески очень красивые, ручную вышитые. Сорока летит. Зимой снимать слышно один хруст, наверное. Ну, какая-то собака бегает большая. Мы в Ковров завтра поедем. Мы заедем перед городом. Спросим, что тебе надо. Собака большая. Здравствуйте, Тамара Николаевна. Что ты бегаешь? Тебя в магазин нельзя. Иди на улицу. Здрасте. Здрасте. Что там шла фотографировала все? А что мне нельзя фотографировать? Зимняя изотина, да? Снег. Так, мне хлеб, говорят, у тебя иванский есть, нет? А вы закончился. А какой есть? Юрский. Славянский. А, мне тогда туда. Ну, привет. Кровать там. Вкуснее будет.
Вот так, короче, сразу. Что ты там снимала? Что ты там снимала? Зимний снег я снимала. Все усекли. Вот как они издалека могли усечь, что я снимаю. Вот здесь батарейка садится. Пойду я в другой магазин. Что-то мне там... Не люблю я тот хлеб. Может, тут вкусный остался. Хожу все поздно за хлебом-то. Так-то с утра машина приезжает. Но на нее встать, это она в 10 уже уезжает. И получается, это надо встать, прийти в 9, а я встаю поздно. Потому что я ложусь час ночи. Вон там памятник. Пришла в другой магазин. Вот открыли у нас новый магазин. Теперь у нас в деревне 2 магазина. Там магазин, и тут магазин. Хорошо. Все, пошла за хлебом. Не казалось в этом магазине хлеба, который я хотела. Короче, купила их обычный хлеб, который так себе. Ну, дома никакого нет. Ладно, поедим такой. Тут у нас клуб. Дом культуры. Это библиотека. Холодно, холодно. Не, сегодня теплее уже. 2 дня было вообще мороз, на улице не выйти. А что, где закат-то? Я хотела закат снять, и никакого заката нет. Он уж, наверное, закончился, пока я собиралась. Эх, как круто!